Он не передал, он не передал, он не передал. Кто? Вот, блин, иди. Летний лагерь, летний лагерь. Ты чё, Ой, чё? Однажды Владлену пришла в голову шикарная идея. Нам надо сейчас угнать автобус. Вот. Мы это уже делали. Потому что там будет много копов. Ой, да господи. Очень много копов. Автобус, у меня мало автобус неповоротливый. Вообще неповоротливый. Вот. Поэтому надо будет кому-нибудь одному остаться за копов держать, пока автобус скрывается. Короче, я буду скрываться. В гора куда-нибудь, где, короче, копы не летают и все такое вот. Команда профессиональных грабителей автобусов была собрана. Алло! Подливнул. И в боевом настроении мы отправились на дело. У тебя кабриолет? Нет, у него не кабриолет. Нет. Давай сделаем кабриолет. Блин, я не могу поднять на крышу. Хорошо. А мы же проходили это, нет? Мы не прошли. Ну, мы не прошли до конца, там. А что было? Я не понял. Фейл дикий, блин, автобус взорвался, не мог на гору подняться. Лох. Нет, подожди, ты по-прежнему хочешь прятать его в горах? Ну да. Ни дурака ничего ему жизнь не учит, ясно. По пути мы устроили на улицах Лос-Сантоса настоящий восьмой форсаж. Я отомстил Владлену за его штурманство из предыдущей серии. Давай, давай, со светофора рвем, рвем его, давай, давай, пятую вгоняй, врубай. Да не сейчас же, господи, улица не забывай, а. Так, вообще, блядь, так, окей, давай я буду твоим штурманом, короче, сейчас поворот налево. Ой, да, направо. Ты говорил то, что будь штурманом в следующий раз, все будет очень плохо. Вторая половина команды успешно пыталась внести хаос. Чего Влад первый? На чем он там? На гидре? С усилителем. Судя по звукам, точно на гидре. Я бы прям погоди, поехал. Погоди, погоди, срезаем, срезаем правильно. Блять, не туда. Владлен тоже решил срезать. Опять сафари по горам? Что? Изи, так, блин. Ты уверен, что сюда? Выходим нахуй. О, я за рулем, лол. Все, я поехал. Эй, стой меня, подожди, стой. Я застрял в горах, блин, я ударился об дерево. Влад, подожди меня, чтобы я мог развернуться по зязе. Я падаю. А, нет, я... Всё, я выехал. Всё, сейчас поедем, как я сказал. Боже, ничему дурака жизнь не учит. Я выехал. Полетел он там. Свернём, да. Не, ну, как бы по прямой всегда, короче. Свернули. А по параболе ещё и быстрее. Вылетаем, да, конечно. А там в центре исследований Роснано. Да-да-да. А... Так, не ломай мою тачку. Значит, тебе можно ломать твою тачку, а мне нельзя. Нельзя. Прибыв на место преступления, мы стали слушаться командира Владлена, по крайней мере я. Так, надо сбить вертолет. Так, тихо, подождем сейчас остальных всех, а я отойду. Точная винтовка. Сейчас попробую. Я подъезжаю, брат. Брат, я выехал. Я же правильно сбиваю, да? Много выстрелов и снайперки. Так, автобус-то чё не угнали? Она сейчас копов до хренища будет. Так, блин, я сбиваю вертолет. Ты говоришь, надо сбить вертолет, я сбиваю вертолет. Брат, я выехал. Вертолет дымит. Чё, начали, да? Чё, начали? Владлен говорит, надо сбить вертолет. Ну давай, собьём это, пиу-пиу, хвостик. Я его правильно сбиваю? Не надо же убивать пилота, правильно? Надо кучу выстрелов и снайперки. Именно. Вот так. Все, погнали. Да. Выпали магазин из штурмовой винтовки, ему хвост прямо в пропеллер этот. Все, я рядом, я вижу кого-то на карте. Приехали, да. Автобус забрали? Так, ребят, а вы где сами-то? А чё так далеко? Вывод, не надо ехать по встречке. Чё автобус так далеко? Блин, Владлен, так ты снова хочешь? Там был бордюрчик, у меня не было другого выбора, кроме как вот так вот, блин. Я понял, да, хорошо. Ребят, мне дали звезду.
Нам дали две звезды, и мы уходим. Ладно, не уходим. Нам не тоже дали две звезды, давайте. А я да ранен! Ну чё ты так, такой скучный? Все видели автобус, а я нет. Мы должны автобус угнать, пока он не уехал. Да, сейчас. Вы бы видели мой супер пацан машину. Водилу кокайте быстрее. Я подъезжаю, брат. Водилу кокать быстрее. Влад, водилу кокай. Автобус же сейчас уедет. Я могу водилу кокать. Куда он уедет, все нормально. Да он уедет. Да, не уедет. Я на подъезде, брат. Брат, я на подъезде. Водила тебя кокать? Наконец, все нужные люди были убиты, и автобус был готов к угону. Кто за автобус идет? Ай, да, я же хотел скрыться. Там, давай. Главное жить, Так, кушай, о, сейчас. О, тут нету двери, стоять. Перерыв на обед. Блин, у меня нету броника. Водитель труп. Давай. Все, я его скинул. Кто так там? Давайте, сколько я вас прикрывать-то должен? Тут уже копы в ряд выстроились, пока... Все, едем на север. Или нам на юг нужно? Поехали. Пока на север. Проявляя свое природное чувство навигации, я поехал в противоположную сторону. Мне в горы? Ладно, я в горы. Слушайте, реально не поворачивает. Давайте, оторвались, отрывайся скорее. Стреляем по колесам. В другую сторону мы поедем. Парень, я отрываюсь, Нет, нам нужно их держать на месте. Так, я в кустах. Меня не увидят. Черт. В процессе я пытался скрыться от погони, прячась в кустиках. Так, ты оторвался, потому что меня тут зажали со всех сторон. Спокойно. Давай, живите, парни, давай. Живите. Я выбираю маршрут отступления. Давай. Выезжай. Я не могу, у меня колеса простреляны. Езжай. Тогда садись ко мне. Я под шумок, короче, угоняю под прикрытием кустов автобус. Так, это бесценно. Покачал. Садись, дай. Пока люди, мои люди гибнут. Да что ты думаешь, блин, садись! Так. У меня доступа нету, куда раз... Чёрт, давай, угнались копы. Залезай сейчас. Сбросьте копов кто-нибудь, пожалуйста. Влево! Голос налево в салоне оказался для меня сюрпризом. Так, вы ушли? Гол! Надо поедет быстрее, пока эти не убили. Вадим, блин! Ты чё тут делаешь? Ты должен страдать за всех. Отдуваться. Вы ушли? Да нет, за нами какой-то засранец угнался, а Вадим не хочет его стрелять. Я стреляю, брат. Вадима, видите ли, нету боеприпасов. Я всё, стреляю, брат. Стой на месте. Нет, не стреляй. Вообще, все, замолчи. Забудь про то, что чему тебя учили в школе. Всё. Так, окей. Они нас не видят. Только не в воду, брат. Да все в порядке так стоять. Сейчас один маленький вопрос. Сумеем ли мы с Вадимом скрыться от копов здесь? Только не в воду, брат. Блин, они спешились. О! Так, они нас не должны заметить. Не должны. Они идут по другой дороге, черт! Так, вот теперь давай к ним потихонечку. Тихо. Не видят. А! Чё? Видят. Что, нашли, да? Нашли. Они поехали по другой дороге. Давай как-нибудь перекроем просто так. Идет болит. Неначай просто поставим свою машину, они уедут. Если они как бы далеко, просто если... Вы там сами от копов отрываться не можете, я не понимаю. Сейчас немножко подальше, так, поедем. Кто стреляет? Идиот! Так, вниз. Не палишься. Так, они к нам едут. Так, выводим. Нам нужна какая-нибудь фура, знаешь, такая, что перекрыть так вот просто на... Господа. На вообще вот так вот. Что, на вертолете? Все, давайте. Ништяк сейчас. Так, нас не видят. Расстанем так вот. Да блин, заметили. Ладно, пофиг, отрываемся. Все, вас потеряли там, нет? Да, потеряли, но нашли, и так три раза. О, все, потеряли. Все. Да все. Не, эти овощи. Лево, налево! Эти овощи, окей. Хорошо, что я в этот раз не путаю лево и право. Все в порядке. Прямо сейчас вот так... Знакомая. Он поворачивает! Я говорил, скоро едь! Копы там не катаются. Тихо, они могут там кататься. Все нормально. Нет. Все скоро нормально, мы отрываемся. Оторвались практически, все. Впереди копы! Я говорю, в горы езжайте, блин, а я не на дороге. Тихо. Тебя нашли, брат. Нет, да не нашли меня, идиоты. Идиоты, блин. Все. Нашли меня, конечно, найдут они меня. Да брось меня, это так. Нашли, блин. Конечно, нашли. Так, ты не знаешь, ты не говори, вообще сидим там в салоне. Тормозите, дайте нам тоже в автобусе посидеть. Ой. Да мы вашу жопу прикрывали, ты такой сразу, ой, блин.
имею полное право. Это было очень похоже на повторный угон автобуса. Слышь, я весь в крови, блин, ради вас старался. Давайте я проверю. Проезд передавайте. Пубертат, слышали, пушка, пушка, черепашки из Мистика Немо. Так, гражданин водитель, пушкой своей не, раз, это, не разбивайте, да? Так, вы это, не хамите там, водили. Эй, что значит пассажир, который не платит, блин? Влад! Ты его брат, что ли? Влад, выходи. Влад, в автобус. Влад, в автобус. А, ну ладно, ладно. Наконец, мы были готовы отправляться на место назначения. За проезд передаем. За проезд передал. Вы что буянить у меня в салоне, я не понял, кто пиво пил? Он не передал, он не передал, он не передал. Кто? Я тут самолетик. Передал. Лампочка. Не передал. О, господи, никогда больше не повезу детский лагерь. Чей молчец? Дернул же меня, черт, устроиться на работу водителем детского автобуса. Маслину хочешь, Если... Ай, маслину словил! А, попали! Тупые школьники! Маслину словил! Как вы можете заметить, жизнь водителя автобуса, особенно детского автобуса, полна неприятностей. Он уводленный дымит! Летний лагерь, летний лагерь! Ты чё, Ой, чё? Да нормально, одна звезда! Но не все оказалось так просто. Никита, кто такой? Ты! Не привлекай внимания. Выкинул! Слушайте, дети, угомонитесь, а нами уже, блин, полиция нравов заинтересовалась. Это Вадим стрелял, не я. Чё? Ой, кажется, я кого-то подрезал. Ничего страшного, детей везу вообще-то. Направо, на железку. Налево, налево, направо куда-нибудь. Но не надо вперед, там их много. Не на камни! Ладно, ладно. Press X to win. Да вот. Не надо никому X нажимать, вы чё, и так нас не заметили, всё в порядке. Итак, детишечки, сейчас я увожу вас в пустыню. Ты забыл, что у вас стволы? Мне тоже. Стоять! Так, нам в другую сторону. Слышь, водитель. Ну, вам в другую сторону, мне в эту. Тут как раз самая безумная. Так, всё, я выхожу отсюда. Давай, выходи. Минус одного потеряли, кто еще хочет? Брат, меня забыл! Клуб самоубийц какой-то, слушайте, я не понял. Ну и оставайтесь тут, ладно, не вопрос. В самой безлюдной части пустыни. Запустить личный транспорт. Пусть вас там стервятники склюют, а я удаляюсь. Нас кинули. Вот на тебе, вот на. О, машина приехала. Шикарно. Целая. Наконец, в одиночестве я завершил миссию. Правда, награда досталась почему-то всем. Брат за брата. На 4K зарплата. Эш! Летний лагерь, кстати. Эпик. Просто эпик. Я не понял. Я ж говорю, я самый ценный игрок. Вы чё, я там вообще отстреливал, капец. В следующей серии мы проведем мастер-класс по угону полицейской точилы. Плюс вы можете посмотреть видео по предыдущему угону автобуса на канале Владлена. С вами был гангстер дядюшка Дов.